Всем доброго времени суток. Рейтинговый бой 1 на 1. Сразу же на старте вижу, что много рыбы, значится, соответственно, ягоды бросаем быстро, добываем рыбу, там сбор намного выше. Соперник обнаружен, сразу же вижу, что мы находимся на одном острове и очень близко. Значит, соответственно, строю казарму. Еды много вокруг должно хватить. Побольше войска и сразу же атакую. Противник начал уже строить ратушу. А это 5 хижин. Леса очень мало. Смысла нету. Здесь явно видно, что он будет проседать по количеству и по натиску войск. Посмотрим, как он себя будет вести. Камнетес также обязательно строим и прокачиваем броню и атаку своих войск. Если соперник будет строить войско, у нас будет преимущество. Больше 10 воинов построили, теперь можно идти в атаку. Тут нежданчик получился. Соперник молодец. Решил, я так понял сразу же, что меня хочет застроить вышками на первоначальном этапе. Ну немножко отобьемся и сразу же к нему пойдем, как раз у меня немного больше будет войска. Can we get if we said